утро, дорогие друзья! Мы продолжаем удивлять и радовать вас полезными, вкусными завтраками от компании «Цептер». Мы находимся сейчас в уютном медиа-кафе, ну и с вами, конечно же, на протяжении этого долгого времени я, Назима Гадельбек, и мои любимые и уважаемые коллеги-профессионалы. Это Олег, бренд-менеджер компании «Цептер», ну и, конечно же, шеф-повар медиа-кафе Талгат. Доброе утро! Доброе утро! Но давайте не будем уже нарушать традиции и с огромным удовольствием поделимся с нашими телезрителями и с нашими радиослушателями вкусными, а самое главное, полезными рецептами, чем наши дорогие хозяйки смогут удивить своих близких и родных. Сегодня мы будем готовить блины, фаршированные творогом и изюмом. На второе мы будем готовить куриную грудку на гриле с картофельным кремом и сезонными овощами на пару. Грудку мы будем готовить особым способом в овальном сотейнике от «Цептер». Еще обратите внимание, как красиво смотрится куриная грудка в посуде от компании «Цептер». Она прям сегодня отдает и говорит: дорого-богато, да. Вкусно и питательно. Вот сегодня мы сделаем картофельное пюре. Мы вниз нашей пароварки уложим картофель, нальем совсем немного воды. Я буду пока выкладывать. Давайте. И вот в такой пароварке мы приготовим овощи сате. То есть это будет как бы двойное приготовление, очень интересное. Так, сейчас... Ну и, конечно же, все это приготовится при очень низких температурах и по способу нашего арт-микса. То есть получается, что всегда мы, когда готовим в продукции компании «Цептер», мы сохраняем все полезные свойства продуктов, которые мы готовим. Без добавления соли и каких-либо других пищевых ингредиентов мы сохраним полезные свойства каждого продукта. Поэтому вы будете питаться полезно, вкусно, а самое главное – быстро, без вреда вашему здоровью. Мы продолжаем наш деловой завтрак, где мы знакомим вас с рецептами приготовления самых вкусных, полезных и здоровых завтраков. Ну и прямо сейчас мне хотелось бы узнать, какое блюдо будет следующим? Чем мы сегодня удивим моих уважаемых гостей? Это традиционные блины. Блины. Из традиционных же продуктов: мука, вода, яйца, сахар, творог и изюм. Все это мы будем взбивать на аппарате, погружном блендере от компании «Цептер». Вот, и готовить уже непосредственно перед подачей на нашей сковороде. Олег, расскажите про этот чудо-аппарат, потому что, знаете, я хочу удивляться каждый раз, узнавая особенности каждого аппарата компании «Цептер». Да, «Цептер» не перестает удивлять нас. Это действительно великолепный погружной аппарат от компании «Цептер», блендер, миксер, который дает возможность нам готовить любые виды жидких тест. Также он может изготовить великолепные десерты из смородины с сахаром, например, абрикосы и так далее. То есть любые джемы и какие-то варенья. В то же время надо отметить, что он имеет большие скоростные обороты от 10 до 18 тысяч оборотов. Ничего и, себе. Конечно же, имеет замечательную нашу сталь от «Цептер» компании. И, конечно же, надо отметить, что делает все очень быстро, буквально за считанные секунды. Сегодня, я думаю, что шеф-повар Талгат нас действительно удивит приготовлением быстрого теста для блинов. Следующее наше блюдо – это десерт, который мы будем готовить в сковороде «Цептер». Это карамелизированные яблоки со сливками и фруктовым мороженым. Ух ты! Вот, да, то фруктовое мороженое, которое мы готовили на прошлой нашей программе. Это авторский рецепт, подобранный именно для посуды от «Цептер», который можно приготовить абсолютно легкий и быстрый. Можно рецепт? Я вспомню, мороженое было бесподобным, без добавления вообще никаких лишних ингредиентов. Все натуральное и вкус просто обалденный. Я вам честно скажу, сегодня наши гости в этом убедятся. Доброе
Доброе утро! Мы продолжаем деловой завтрак. Сейчас мы находимся в уютном медиа-кафе, где шеф-повар Талгат приготовил для нас уже первое блюдо. Это очень аппетитная курочка с пюре и с овощами. Да? Я хочу вас познакомить с моими уважаемыми гостями. Я думаю, что в особом представлении они не нуждаются. Но с нетерпением, знаете, с таким вожделением я хочу представить вам Арманжан Байтасов, Максим Барышев. Мы сегодня будем говорить о ситуации, которая сложилась у нас в стране. Доброе утро. Доброе утро. Доброе я утро, рада вас Арман. Приветствовать. Доброго ну утра. И давайте, знаете, будем сразу же пробовать вкусный завтрак. Спасибо. От шеф-повара Талгата. Такой хороший завтрак, посуда хорошая, прямо хочется Imperial Gold Cream – это посуда от Scepter для того, чтобы, знаете, мы с вами вкусно и полезно сегодня позавтракали. Кстати, завтрак мы сегодня приготовили на продукции компании Scepter, все на пару, все без добавления вообще никаких лишних консервантов. Поэтому все натуральное. Здоровое, приятного аппетита. Здоровое да. питание. Здоровое очень питание. Важно, да. Я сейчас хотел бы сказать, поблагодарить Назыма вас, программу за то, что пригласили нас. Действительно, я вот все блюда попробовал. Сейчас вот к десерту переходим. Да? Очень вкусно, очень качественно. Я внимательно слежу за здоровым питанием и вот. Прямо с удовольствием понял, что это прямо все очень здоровое и хорошее питание. Спасибо большое, очень вкусно в медиа-кафе. Будем приходить и впредь. Вот, здесь хорошие повара, хорошие блюда. Вот. А посуду, из которых мы кушали, есть у нас дома. Scepter, вот я думаю, новую коллекцию стоит приобрести. Imperial Gold Cream. Так что вы тоже обратите внимание. Спасибо вам большое. Я хочу пожелать вам хорошего дня, ну и, конечно же, больших достижений в вашем бизнесе. Спасибо Назыма. Спасибо. Это деловой завтрак. Пока-пока. До следующей встречи в эфире.